Зимовая веселка заиграла всеми фарбами. У Гомелі прошел областный форум студентских талентов. Удел у им приняли команды 7 высших навучальных установ региона. За ходом яркого и видовищного шоу назирали наши корреспонденты. Областный студентский форум проходит у 21 раз. За этот час фестиваль стал культурным брендом Гомельщины и является одной из самых чеканных подзей года у студентским осяроде. Аналогах нема во всей краине. Сёлетняя зимовая веселка складается из нескольких этапов. Почался фестиваль с доброчинной акции «За справу», подчас якой студенты наведали социальные установы Гомеля и Мазыра. В этом году мы этот форум сделали двухдневным. Сделали его двухдневным для того, чтобы каждый вуз в рамках празднования Международного дня волонтеров посетил социальные учреждения с концертом, с подарками, с клоунами, с аниматорами. И вот сегодня в рамках самого мероприятия каждый из вузов подготовил ролик, как они это сделали. Это будет таким, скажем, новой фишкой, которая в этом году была внедрена. У день форума в фойе громадско-культурного центра разгорнулась интерактивная выстава «Студентские инициативы у год малой родимы». Однако главная подея зимовой веселки – это концертная программа, якую склали лепшие номеры першокурсника. Все лето выступление просветили одной теме – «Стагодию у ЛКСМ». Программа посвящена тематике 100 лет в ЛКСМ, то есть программа посвящена тому, сравнению союза молодежи тогда и сейчас. То есть будут танцы, песни. Будет миниатюрки, посвященные именно этой тематике, и также будет посвящена миниатюра жизни врачей и выпускников нашего университета. Я участвую в танцах. Я с факультета победителя, с энергетического факультета. Мы выиграли наш первокурсник, и наши танцы в основном и вокал взяли с наших номеров. Я думаю, мы победим. Мы настроены только на победу. Жюри у составе ведомых творчих особ региона и керовников мастацких установ вызначае самые креативные сценичные решения. Серед головных критериев – раскрытие сюжетной линии, умение удельников упевнено триматься на сцене и узровень их выканальницкого майстерства. А кроме того, творчий номер повинен должиться не больше за 15 хвилин, и на сцене одночасово могут находиться до 50 человек. Здесь в первую очередь мы смотрим в синтезе всю эту программу, где должны присутствовать не только юмор, это в первую очередь, но и пластика, хореография, это вокальное исполнение. Ну и, конечно, та сюжетная линия, которая должна иметь какую-то под собой основу. Переможцы в концертной программе студентского форума «Зимовая веселка» вызначили у нескольких номинациях. Головная узнагорода «Гран-при» накировалась у Белорусский державный университет транспорту. Удельники этой команды так само стали переможцами у номинациях «Лепшая режиссерская программа», «Лепший актер» и «Лепшая актриса». А кроме узнагород и диплома, у команде досталась экскурсийная поездка по маршруте «Золотое кольцо Гомельщины». Что-то не подходит. Ся. Артмон! А там, стоп! Сынок, а за этой дверью университет, в который все мечтают попасть. Так пойдем скорее! Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».